С 19 по 26 ноября инспекторы составили 320 протоколов об административных правонарушениях. 15 водителей находились в алкогольном опьянении, а еще двое отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и стать пешеходами на ближайшие 1,5–2 года. Я не употребляю алкоголь совсем, поэтому меня эта тема не беспокоит абсолютно. Инспекторы работали группами и останавливали практически каждого водителя. Пары минут общения достаточно, чтобы определить состояние водителя. Мероприятия проводились в динамичной форме с максимальным охватом проезжающих транспортных средств. В ходе рейда сотрудники ДПС оценивают состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения, запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других, водителю незамедлительно разрешается продолжить движение. Штраф и лишение прав – не самое страшное, что может произойти. Управление машиной требует от водителя предельной концентрации внимания, которая стремительно падает под действием алкоголя. В результате автомобиль порой становится оружием массового поражения. В этом случае придется понести и уголовное наказание. Прежде чем садиться за руль в нетрезвом виде, водителям нужно задуматься, какую цену им придется заплатить. Марина Якубишина, Александр Ерофеев, Десна ТВ.